5 тонн гуманитарной помощи собрали на Ренмарце. По объему это половина КАМАЗа, который планируют отправить в сторону украинской границы. Это продукты питания, одежда, медикаменты и канцелярские товары для жителей Донбасса. На складе в поселке Искатели каждый день работают волонтеры. Это обуви, одежды теплые. Детям вообще очень много чего не хватает. Питание там сейчас очень дорогое, поэтому... Мне кажется, любая помощь вообще, даже пусть это не новые вещи, но они будут очень нужны. Анастасия не понаслышке знает, в каком положении находятся жители Донбасса. Сама убежала от войны вместе с семьей. В Донецкой области остались многочисленные родственники. Именно поэтому она пришла помогать разбирать вещи. А здесь у нас женские вещи, мужские, детские, памперсы. На сегодняшний день сколько уже вещей перебрали или коробок? Очень много. Очень много. Это только за сегодняшний день? Да, это только за, может быть, за часик. По объему это около 15 кубов. Для загрузки целого КАМАЗа, который предоставили сотрудники МЧС, понадобится еще столько же. Ориентировочно машина отправится в конце этой недели. Сначала судном до республики Коми. Транспортировка по воде – это вклад помощи предпринимателя. Затем КАМАЗ пойдет в Ростов-на-Дону до границы. Организаторы акции «Поможем всем миром» надеются, машина уйдет полной. На текущий момент не хватает где-то половины машины нам для отправки. Значит, нужны крупы, нужны консервы, принимаем медикаменты, детское питание. К 1 сентябрю тетради, канцелярские наборы. Ну и все, что не скоропортище. Всему будем рады, благодарны. А пока есть время до отправки, волонтеры пакуют груз. Вещи сортируют, откладывают брак и негодную к использованию одежду. К сожалению, встречается и такая, говорят волонтеры. Зато продукты люди несут самые нужные. Желательно, чтобы детям больше было. Помочь жителям Донбасса может каждый. Продукты, медикаменты, канцтовары можно принести по адресам. В городе улица Тыковылка, дом 2, в Искателей, в здание бывшей администрации поселка. Также вы можете оставить свои пожелания, в какой город лучше отправить груз. Валентина Чибичек, Роман Делимарский, телеканал «Север».